В Великом Устюге из 77 пешеходных переходов 54 оборудованы дорожными знаками на желтом фоне в соответствии с новыми федеральными стандартами. Об этом сегодня на совместном заседании Комиссии по профилактике правонарушений и Комиссии по безопасности дорожного движения доложил инспектор управления строительства, транспорта, дорожного хозяйства и экологии администрации района Михаил Прахов. Как будет осуществляться безопасность школьников в первые дни учебного года, расскажет чуть позже Андрей Жилин.